Самый пожилой герой Великой Отечественной. Крестьянин Матвей Кузьмин родился за 3 года до отмены крепостного права, а погиб, став самым пожилым обладателем звания Героя Советского Союза. Что же он сделал? Его подвиг похож на подвиг Сусанина. Матвей тоже должен был вести захватчиков через лес и топи. И, как и легендарный герой, решил ценой собственной жизни остановить врага. Он отправил своего внука, чтобы тот предупредил отряд партизан, куда именно он выведет немцев. И те угодили в засаду. Завязался бой. Матвея Кузьмина убил немецкий офицер. Но дед свое дело сделал. Ему было 83 года.